Давай откроем правила дорожного движения. Есть у вас, нет? Но если вы не знаете их, ваша фамилия? Я знаю. Фамилия я ваша? Я знаю. Подойди, подучи сначала. Потом будешь мне указывать, что я создаю. Я сам не на вы разговариваю. Да, на вы. Что, ну, ты обязан со мной разговаривать? Подойди, не знаешь, федеральный закон о полиции не знаешь. Как-то попроще бы сказали. Да попроще надо было поставить машину без нарушения. Было бы всего проще. И не быковать вашему напарнику. Вот было бы все проще. Вы работу не перепутали, свою службу-то, нет? Может, почтальон вы? Или курьер? Проезжей части отойдите, я сейчас вам штраф напишу. Иди пиши. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан представиться. Не будете? Не обязан. Я слышу, что тебя Бакшаев зовут. Меня? Тоже на ты перешел? А? Тоже на ты перешел? Мы же знакомы теперь. Прогожники, ты что ты выделываешься, сидишь, а? Вы можете мне содействие оказать? Помощи гражданину? Нет, не могу. Вы тоже почтальон, да? И передаст? Почему нет? Никакой у меня изначально, если у них есть, никакой неприязни к ним не было. Было вполне обоснованное замечание. Че прячешь на глазах свой, а? Полицейский? Вы что, сговорились, что ли, Ася? И вам дали такую установку? Товарищ полковник, таких гребаных солдат из этой гребаной армии. Я имею в виду из армии. Я оговорился, извините.